По статистике, 15% мужчин на планете настолько сильно любят свои автомобили, что придумывают им красивые женские имена. Следовательно, и балуют они их не реже, чем своих любимых жен и подруг. Благо, в нашем городе есть понимающие люди, готовые подготовить для машин лучшее, что есть на рынке. При покупке на сумму от 2000 рублей до 31 декабря вы получаете скидку 10% на весь ассортимент нашего магазина при следующих покупках. Секретные болты для колес и номеров не позволят разным криминальным элементам подпортить вашу собственность. Все дело в том, что немецкие механизмы подойдут для любой модели машины, а вот открутить их можно только специальным ключом. Так что будьте готовы беречь как зеницу ока именно этот инструмент. Ведь вариантов ключей на каждой серии около 1000. Кстати, производитель провел испытания, и теперь их никель-хромовое покрытие выдерживает даже воздействие кислот и щелочи. Так что можно не переживать как за сохранность своего имущества, так и за его внешний вид. Серия с кольцом обычно ставится на те автомобили, у которых как бы гайки чуть-чуть выступают из дисков. Для этого и ставятся гайки с дополнительным каленым кольцом. То есть никаким газовым ключом либо другим инструментом ее не скрутить в этом случае. То есть если она выступает из колесного диска. Скорые зимние каникулы – отличный повод отправиться с семьей в путешествие. Для этого пригодятся багажные системы. Шведы знают толк в правильном распределении груза, и их системы самые надежные и безопасные. Благодаря такому контейнеру можно освободить багажник в джипе для ребенка или собаки. Крепится такая конструкция на любой автомобиль и вмещает в себя около 400 литров груза. Можно не беспокоиться лет 5. Такие сроки – гарантия производителя. Так что можно смело радовать свою малышку новой лакированной сумочкой. Спортсменам пригодятся специальные крепления для лыж и велосипедов. Так что, отправляясь в отпуск, больше не нужно запихивать спортинвентарь через боковое стекло. А если нет денег, то оборудование можно взять в аренду. Главный вопрос зимы – как согреть свою девочку. И если речь не о жене, то нужна правильная система обогрева машины. Вот, например, лидер европейского рынка за 50 лет своей работы довел практически до совершенства идею домашнего кипятильника. Двигатель не перегревается, механизмы не страдают. Простота конструкции – залог очень долгой работы. Хотя гарантия на такой агрегат 3 года, часто такая система переживает сам автомобиль. Плюс не садится аккумулятор. Всего-то надо выбрать одну из 400 моделей под конкретный двигатель и прокинуть провод до розетки. Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается на абсолютно любой автомобиль российского рынка. При установке ДЭФ автомобиль ни в коем разе не сходит с гарантии, которую прописывает автосалон либо завод-изготовитель. Кстати, милые дамы, приглядитесь к автодевайсам получше. Может, именно в таком месте вы найдете действительно хороший подарок на Новый год для своего мужчины.